Военно-воздушные силы Ирака приведены в состояние повышенной боевой готовности. До истечения срока ультиматума, который Багдад предъявил Анкаре, остается меньше суток. От Турции требуют вывести свои войска с иракской территории. В противном случае обещают использовать любые доступные средства. Ситуацию, как стало известно сегодня, на закрытом заседании может обсудить Совбез ООН. С такой инициативой выступила Россия. Глава иракского МИДа тем временем заявила, что позиция его страны будет непреклонной. Сегодня истекает срок, который был отведен Турции для вывода ее войск из Ирака. Мы не потерпим нарушения нашего суверенитета и территориальной целостности. Присутствие иностранной армии на нашей территории является вопиющим нарушением. По данным Багдада, сейчас на иракской территории находится почти 1000 турецких военных и танки. Анкара обосновала их переброску необходимостью обучить курдских ополченцев. Тем временем глава иракского правительства заявил, что именно Турция является основным покупателем контрабандной нефти с промыслов, захваченных на территории его страны боевиками, запрещенной во многих странах, в том числе и в России, группировки «Исламское государство», и потребовал от Анкары прекратить сотрудничество с террористами.